Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Blackview Tab 13. И сейчас я вам покажу, как изменить рингтон на этом планшете. Итак, открываем настройки. Переходим в раздел «Звук». Опускаемся ниже. И нажимаем «Рингтон». И здесь вы можете выбрать рингтон, который вам больше всего нравится. Нажимаем ОК. И таким образом можно изменить рингтон на планшете Blackview Tab 13. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И пока!